11 декабря, в Международный день танго, в Донецкой филармонии программа «Танго на все времена». Концерт представляют солисты филармонии и камерный оркестр «Виола» под управлением заслуженного деятеля искусств Донецкой Народной Республики Валерии Путри. Прозвучат произведения Родригеса, Горделя, Гальяна, Пьяццолы, Френкеля, Петерсбургского и других авторов. Подробности в кассе и на сайте филармонии.